на канале «Россия-1» продолжается премьерный показ исторической мелодрамы «Елизавета». В сюжете первой и второй серий, выход которых ожидается с 28 марта, мы увидим, что царь Петр тяжело заболел. К нему срочно приезжает герцог из Гольштейна. Ему предстоит сделать очень сложный выбор между двумя сестрами, старшей Анной и младшей Елизаветой. Дело осложняется тем, что Елизавета уже влюблена и поэтому наотрез отказывается выходить замуж за нелюбимого ей человека. В это же время мать Елизаветы и супруга Петра I начинают планировать, как можно захватить престол, сместив при этом всех конкурентов, в числе которых и собственная дочь Елизавета. Для своих интриг Екатерина использует союз с Меньшиковым. А тем временем паж Елизаветы Нарышкин застает цесаревну за поцелуем с денщиком Бутурлиным и вызывает его на дуэль. Вторая серия. Приходит ужасная новость, царь Петр I скончался. Для юной 16-летней Елизаветы это известие полностью рушит ее внутренний мир, ведь отец был для нее всем. Екатерина в этот момент уже готова сесть на престол и принять управление страной. Первой ее проблемой становится то, что Сенат хочет посадить на трон наследника мужчину, по этой причине Сенат не принимает ее. К тому же Екатерина знает о завещании супруга и потому не может довериться даже своей дочери Елизавете. И поэтому она подозревает цесаревну во лжи. Премьера новых серий состоится с 28 марта на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.